А вы прикиньте, я докупил Тона, когда он стоил 1,7. Биткоина я докупил, когда он стоил 17. Сейчас биткоин 65, а Тон 5. Я верю, что биткоин будет больше сотки, а Тон коин будет больше десятки. Плюс вкладываю в недвижку чуть. Главные все бабки я инвестирую обратно в себя. Надо вкладывать деньги туда, откуда они приходят.